Добрый день, дорогие друзья. Топ-сад. Укрытие винограда на зиму. Основные фазы и как это сделать достаточно быстро и оперативно. Прежде всего по обрезке. Прежде чем до того, как уложить виноград, мы его обрезали. Обрезали до вырабатывания, до нахождения лозы не вызревшей. Вот здесь мы уже давно обрезали. На самом деле вот эта точка должна быть минимальной. И лоза должна быть на ощупь теплой. Тогда у вас гарантированно эти лозы дадут по весне, у них проснутся почки. Что касается длины, я обычно беру 10 почек, сохраняю. Но наиболее ценные винограды, вот как это Гаюга, я почек остал больше. И расстояние между двухплоскостной шпалерой у меня 2,5 метра. Чтобы уложить в ряд и закрыть одной, если лентой, укрывочным материалом, лутероксилом или геотканью, то можно использовать. Если вы маленьким фрагментом укутываете то виноград, то лучше совсем 8-10 почек оставлять. И теперь по поводу самих лоз. Лозы сами по себе желательно, чтобы они были не больше полутора толщины карандаша, иначе это жирующие лозы, и, честно скажу, урожай на них мы не собирали никакого удачного. Теперь прижимаем мы когда лозу с таким расчетом, чтобы, видите, металлическая дуга притягивает к земле, но оставляем просвет. Можно подложить туда пластиковые пустые бутылки, чтобы держать лозу еще больше в воздушном пространстве. Обрабатываем, безусловно, это железным купоросом. Вот видите, они темные такие. И я добавил еще мазь Вишневского. И на всякий случай подстраховался дегтярным мылом. Лоза лежит вдоль ряда. И вот, как видите, у меня здесь раз проволока, центральная проволока здесь, потому что профиль у меня участка склон 17-14 градусов. И вот укрывной материал я буду класть на ведь три проволоки. На вот это, а эта проволока страхующая у меня будет. То есть получается так. Я укрывал виноград уже в течение 10 лет лапником. Наверное, вы сейчас видите, укрывал землей, но земля оголяет корни растений, которые вы берете. И не советую, это вариант плохой, потому что все-таки загнивает лоза. Ну, вот видите, мазь Вишневского для мышей — это, ну, короче, неприятный подарок. А укрывал их кордоном, хороший эффект, но кордон быстро кончается. А укрывал их армированным, покрытым пенопластом, поролоном, покрытым алюминиевой фольгой. Очень хороший результат. Ну и вот в этом году мы еще используем укрытие геотканью, специальной геотканью для винограда. О всех них мы сейчас вам расскажем в следующих видео. Для связки винограда я советую вам купить в магазине вот такую проволоку. У нее есть специальный отрезной механизм. Это фикс прайс. Недорого и очень эффективно. И главное, эта проволока служит вам не один год. Да несколько лет без проблем. Ничего не выбрасывайте. Ну вот, как видите, первый у нас эксперимент. Что я говорю, нет? Первый вариант у нас — укрытие винограда. Я положил опилки сначала, предварительно уложил, пришпилил лозу. А теперь осталось положить наш поролон. С прошлого года у меня остался поролон. Я его сохранил, подписал на те цифры, означают те номера винограда, которые были, каждому поролон был приложен. Ну вот, укладка, в принципе, завершена. А бутылки с водой, немного соли я туда добавляю, 2 столовых ложки соли, а являются прикрашенными фиксаторами, чтобы у нас этот поролон, покрытый фольгой, не улетел никуда. Повторяю, это уже третий год, эффект отличный, как в открытом, так и в закрытом грунте, в смысле в теплице. Ну а о теплицах будет отдельный репортаж. При всем видимом, как бы,
хаосе, который мы укладываем бутыли, наша главная задача, чтобы остался воздух, чтобы они надежно были укрыты слева-справа и в то же время были маленькие отдушины, через которые проходил свежий воздух. Наша задача, чтобы на почки не попала влага. И температура, естественно, под этим поролоном на 10-12 градусов всегда ниже, чем самый лютый мороз. Поэтому пробуйте, используйте самый эффектный, простой способ. Не используйте никаких кирпичей, камней. Та же самая бутыль по весне будет нагреваться, набирать тепло и быстрее будет отдавать новым открывающимся почкам. И понятно, что у вас урожай начнет созревать много раньше. Вода – самый лучший после ртути накопитель тепловой энергии. Вот это касается укрытия в таких местах, где у меня стоят теплицы, каскады малины и такая неудобная поверхность. Но мы эту поверхность делаем специально такой террасированием с тем расчетом, чтобы накопить энергию и солнечную, и брать влагу. Потому что по склону влага скатывается вниз, и ваши растения испытывают жажду. У нас, как видите, вот пример, здесь растет жимолость, крупная, большая, просыпается очень рано. Даже вот сейчас, если посмотреть, видите, вот у нее побеги, чуть-чуть потеплело, и уже жимолость дала всходы. Но это ранние старты. Это значит только одно, что весна у нас не за горами, а лето, вернее, зима будет не морозной, но снежной. Вот, пришпилил и уложил лиану. Теперь осталось только укрыть. Укрытие готово. Вот видите, поролон у меня давно разрезан с прошлого года или позапрошлого. И баклажки, хотя и лежат тут примерно не в каком-то таком геометрическом порядке, но самое важное — это укрытие. Тепло, чтобы было, а алюминий отражает холод, естественно, что создает там микроклимат. И пространство вот здесь, вот видите, подсветка. Это означает, что у нас будет поддув и не будет заплесенений, слишком большой влажности. Это дело проверенное, повторяю, по кадрам, которые я вам покажу. Ну, прошлого года это вызрело, и в этом году у нас был невероятно приятный большой урожай.